В лабиринтах миллионки, криминал китайский провел бал. Карты, кости, опиум, девчонки, весь Владивосток об этом знал. Шла уже империя к закату, век двадцатый начинал разбег. А одетый в тельник полосатый жаждал женской ласки человек. Молодая кровь играла в жилах, и однажды после майских гроз сдерживать себя уже не в силах, миллионку навестил матрос. Он вошел туда не по закону, а как не подобает морякам, заказал вина на две персоны и повел глазами по углам. Перед ним красавица японка что-то напевала о любви. Сразу ему глянулась девчонка, вскоре крепко обнялись они. Сколько страсть хмельная бушевала, нет ответа на такой вопрос. Заступив на вахту у штурвала, девушкой расстался наш матрос. Скрылись сопки золотого рога, крейсер уходил в Санкт-Петербург. Что готовит дальняя дорога, знал один небесный драматург. Десять лет, как в сказке, пролетело. Мальчик Ваня быстро подрастал. Глазки его карие блестели. Мамой он японку называл. «Где мой папа?» – спрашивал мальчонка, не скрывая детских своих слез, и в ответ промолвила японка: «Папа твой российский был матрос». Не любите девушки матросов, не влюбляйтесь в их широкий клёш.
Черный клёш становится пелёнкой, отца со свечкой не найдёшь. Клёш порой становится пелёнкой, а матроса в море не найдёшь.